Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал «Беларусь-4 Гомель». В студии Светлана Князева и Александр Гамоля. Новый год наступит буквально через несколько дней. Интересно, каким будет новый сезон в мире моды? Об этом поговорим с нашими гостями, стилистом Мариной Кабадарян и декоратором-оформителем Ириной Губернаторовой. Ирина, Марина, добрый вечер! Добрый вечер. Добрый вечер. Ждем от вас коротенькой визиточки от вас. Чем занимаетесь? Расскажите о себе, Марин, пожалуйста. Я имидж-стилист Марина Кабадарян. В данный момент это моя основная деятельность. Я для девушек, наверное, это как находка, да? Потому что я много чему им могу рассказать. И плюс провожу консультации по имидж-стилистике. Это и визаж, это и как одеть, и создать базовый гардероб. Разбираю также этот базовый гардероб к девочкам, приезжая на дом. Также провожу тоже совместные с разными ведущими мастер-классы. Так как я мать маленьких деток, как бы у меня тоже много девочек знакомых, которые в декретном мамочке. Для них это очень важно, конечно. Нету времени разобрать, нету времени сходить на шопинг, поэтому я как бы палочка-выручалочка, действительно. Да. Ирина, и несколько слов о вас. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Ирина Губернаторова. Я начинающий декоратор и мама в декрете. Вот. Ну, скажем так, сейчас это мое хобби. Мне очень нравится этим заниматься. Также я подключаю ребенка к этим всем занятиям. Вот. Ну, скажем так, это хобби, сюда уходит вся энергетика, плохая, хорошая, то есть все реализуется здесь. То есть... Но, судя по всему, хорошая все-таки, такие милые, красивые вещи. Судя по тому, что на столике вот представлены у нас в студии, очень красивые вещи. Как учились всему этому? Спасибо. Ну, я умею все это делать с детства. То есть с детства я что-то крутила, вязала, то есть еще до того, как в школу я пошла. Мама, наверное, лет 7 мне было, она научила меня вязать, поэтому я очень много чего умею, это действительно все с детства. То есть потом, когда я же росла, я, конечно, много чего в жизни училась, сделать, образование, много чего. Но в итоге вернулась к истокам. То есть я понимаю, что вот это мое дело. То есть мне это нравится мне с детства. Ну вот много, да, с детства вы сами это все познавали. А Марина наверняка где-то обучались, да? Да, чтобы... я обучалась, так как тоже маленькие детки, я обучалась онлайн. Какая актуальная проблема сейчас у наших девушек? Тоже мне надеть. Надеть, как бы, вещей много, гардероб большой, одеть нечего, да, и ну, начинается паника. Поэтому сегодня мы поговорим именно про базовый гардероб. А также я прокомментирую, как можно с одним там платьем, с одним свитерком и джинсами сделать 5-6-7 образов, в принципе, которых хватит на неделю вам пройти. И еще хотела бы показать такой секретик, как можно сделать с одним платьем несколько образов, которые вам будут очень актуальны. Вот девушка, черное платье, да, оно достаточно спокойное, на нее белая рубашка, это must-have базового гардероба, который постоянно можно менять с разными образами. Но опять-таки, это стиль, можно ходить на деловой, можно пойти в офис, в ресторан, здесь получается еще пучок добавлен. Да? И такой легкий макияж, который дает уверенности, деловитости в девушке. Вот как бы тут видно, да? И тут еще добавлена брошь и такие как бы ботильончики, которые, да, достаточно удобно. Второй образ – это стиль гламур. Здесь уже можно пойти куда-то на фэшн-вечеринку, куда-нибудь в ресторан, также какой-нибудь можно пройтись по модным магазинам. Здесь добавлен тоже акцент, вот, если вы увидите, на туфли с каблуком таким золотистым. Распущенные волосы делают образ более женственным, романтичным. И вот интересно, яркий очень, да? Да, да, очень интересный клатч. И вот третий образ – это такой спортивный стиль в плане того, что это удобно и это красиво. Добавляем какой-то удобный обувь, типа кроссовок, и добавляем яркое пальто. Опять-таки, это третий образ с одним платьем. И это будет очень актуально сегодня. Совершенно разные образы получились. Да, совершенно разные, совершенно... Такие запоминающиеся и очень необходимые, удобные. Необходимо, да. И это модно, стильно и очень, как бы, в наших, так сказать, тенденциях. Вот, поэтому просто вот одно платье, несколько аксессуаров, и вы, получается, три образа. Вот такое летнее платье, даже весеннее платье, тоже ближе к весне, потому что оно белое, добавляется такая теплая жилеточка.
что делает такой спортивный, более удобный стиль. Добавляются также колготки в горох. Это уже второй образ пошел. Тут уже точно спортивный стиль в плане того, что мы одеваем кроссовки. А вообще, как бы у нас сейчас дизайнеры любят это дело, перемешивать кроссовки с платьями. Это прям must-have каждого сезона, ну, в тренде. И вот третий образ, когда девушка одевает пальто, либо какую-то такую накидку легкую, каблучки, аккуратненькая сумочка, волосы распущены, и она уже, опять-таки, в принципе, в одном и том же платье, только третий образ, куда она может пойти в ресторан. Очень свежий образ. Да, свежий образ. Это как раз я готовила на весну. Пускай немножко отвлекутся, да, отвлекутся от зимы. Немножко тоже продумать гардероб надо на будущий сезон. Поэтому вот. Ну, правильно вы сказали, Марин. Конечно, базовый гардероб нужно иметь обязательно, но часто у нас, конечно, не хватает чего-то. Давайте же покажем нашим зрителям, как, что должно быть. Сегодня я приготовила тоже, это, как и было показано на иллюстрации, два платья. Одно платье тоже такое достаточно универсальное, которое, в принципе, как у девушки можно одеть такое белая рубашечка, которая вообще белая рубашка идет в гардеробе, обязательно должна быть у каждой женщины. Здесь одевается каблучок. Каблучок. Ну, например, как вот у меня каблучки. Да, такие, вполне. Да, как бы это вполне. В принципе, можно идти на работу. Очень стильненько, аккуратненько, красивенько. Сюда же можно какой-то, если дресс-код позволяет, можно одеть какой-то минимальный аксессуар. Но только минимальный, потому что это тоже должна девушка учитывать. Дресс-код на работе и как бы вычурность, это не есть хорошо. Ну, если повседневно, конечно же, лишнего особо не нужно, правда? Да, повседневно. Потом второй образ. Хотела вам показать, вот, к примеру, с такой кожаной курткой. Это уже идет так, интересно достаточно вариант. Такой брутальный, можно так сказать. Тут кожа, здесь кожа, тут теплая. Можно одеть вот такие ботинки Челси с плотными-плотными колготками. Для чего? Потому что, чтобы нога стала казаться выше. Вот, одеваем плотные колготки, чтобы нас не резали, да, потому что горизонтали вот эти все режут наши ноги. Поэтому мы просто одеваем плотные колготки, и мы такие модные, стильные, и очень даже можно сказать. Кожаная куртка добавили, совсем другой образ, прекрасно. Да. Интересно. Потом можно еще добавить к этому же платью такое же пальто. В принципе, тоже одеть, опять-таки, красивые нарядные туфельки, либо сапожки, и уже взять клатч и отправиться в ресторан. Соответственно, сделать хорошую, красивую прическу, ну, или даже просто расчесать, ну, распустить волосы и сделать макияж, хороший, красивый клатч и просто отправиться в ресторан, одев тоже, опять-таки, украшения. В принципе, не надо свой гардероб делать именно вот валом, чтобы было, да, а чтобы именно вот минимализм, но с ними можно вот работать. То есть каждая вещь должна дополнять друг друга, совершенно вещь, верно. И быть взаимозаменяемой. А дальше хотела бы вот про вот это замечательное платьишко поговорить. Тоже такое достаточно интересное, да. Первый вариант – это нарядный вариант похода куда-то в ресторан, на вечеринку, либо на корпоратив. То же самое даже с такими синими туфельками, дополнение к этому аксессуару, да. Дальше, если на каждый день, можно добавить вот этот свитер. Игра тут фактуры идет, игра ткани. Это сейчас, на данный момент, это очень в моде. Это тенденция моды, которая разные ткани группировать между собой. Это достаточно интересный вариант. Опять-таки, можно оставить какой-то шарфик, аксессуар. Либо, если уже там захотите, тоже добавить такое вот украшение, да? Тоже очень интересно смотрится. Еще можно добавить вот такие вот удобные достаточно туфельки. Вот, что как бы образ делает еще более такой очень красивый, гламурный и такие разные цвета шикарный. Вам так идут все они, Марина? Да, ну так это же мои вещи. Да. Да, кстати, по поводу цветов, это очень тоже важно в гардеробе женщины. Я провожу у каждой девушки цветотестирование, потому что цвета в одежде – это очень важно. Это одна составляющая из того, как вы будете выглядеть. Интересно, как же проводится это цветотестирование? Есть у меня инструменты для этого. Есть специальные платочки, которые сюда прикладываются.
проводится и определяется, насколько кожа выглядит. Это невероятно. Это фокус. Когда вы смотрите в зеркало, вы прикладываете, к примеру, платочек красного цвета, да, например, с холодным подтоном, кожа сияет. Ну, это если кожа с холодным подтоном. Если вы кладете красный цвет с каким-нибудь желтым подтоном, теплым подтоном, то кожа начинает как вот усталость, синяки под глазами, круги под глазами. Это все видно. Это прям фокус. Я хочу пройти этот тест. Даже женщины, которые это все проходят, они, ну, это вот они визуально видят. Конечно, разницу, правда? Разницу видно очень. Поэтому очень важно знать, какой цветотип, какие цвета тебе идут. Холодные, теплые, яркие, либо приглушенные, потому что от вашей внешности зависит все. Ирина, ну хотим еще с вами. Ирина, расскажите вы нам, вот интересно, из чего, как вы делали то, что представлено на столе у нас? Ну так, значит, здесь мы готовились, естественно, к Новому году. Такой волшебный праздник. И так как в доме появился ребенок, то хочется его задействовать и сделать еще больше. Сколько, кстати, вашего? 2,5 года, девочки. Ну да, уже помощница. Да, уже помощница, уже помогает. Вот, еще в том году ели краску, в этом уже можно помогать. Вот, то есть и хочется в связи с этим праздником сделать еще больше волшебства в доме. То есть, чтобы этот праздник прям был волшебный. То, что для нее это сказка, она в это верит, верит в Деда Мороза. Вот, поэтому вот такие вещи мы делали вместе с ней. Вот, а еще это что это? Игрушки на елку, да? Можно использовать как игрушки на елку, но мы это делали как подарки родственникам, бабушкам, потому что мы делали вместе с ней. То есть можно купить готовые заготовки в магазинах. Они в этом году, слава богу, появились. То есть это можно все купить. То есть вот еще обезьянка такая. А если нет желания ходить по магазинам, это можно вырезать из картона. То есть сами нарисовали, вырезали, разукрасили. Вот дочка мне помогала разукрашивать. А потом... Несколько слоев картона, да? Или толстый картон. Толстый. В том году я делала толстый картон. Да, один слой толстого картона. То есть не пористый, а именно толстый плотный картон. Но здесь вот у меня заготовки деревянные. То есть она мне помогала это все разукрашивать. И то есть мы посыпали это манкой. То есть, либо блестками. То есть, такой эффект снега получался. Ну, дальше уже мама фантазировала. Дешево и красиво. Да, да, да. То есть, и получается, как бы, подарочек можно подарок подарить. Своими руками. Своими руками. Цель, да, то есть, мы это дарили в том году друзьям, родственникам. Мы это вешали на елку. И также мы еще, я просто вешала как гирлянды на кухне. То есть, ну, получается здорово. Вот. Еще такая минимально затратная вещь. Это вот такие штучки. Вот такие подвески. Звездочки. Звездочки, елочки, да. Они сделаны не из фетра, а из флиса. Это получается дешевле немножко. То есть их тоже можно вот чем-то набить. Тоже можно использовать как подарки, как игрушки. То есть, ну... Да, как угодно. Все что угодно. Я еще в том году делала просто коробка. Дарили, заворачивали подарок, коробка. И на коробку мы заворачивали ленты. И просто вот так вместо банта у нас получилась звезда. То есть тут фантазию просто можно проявлять, ну, невероятно. Да. Вот такую елку тоже практически я сделала, не выходя из дома. То есть у меня задача была при подготовке. Это минимально выходить из дома и чем-то готовиться. Чем-то похоже на елку, которая установлена у нас на главной площади, на площади. Тоже такой же конусовидная форма. Да, то есть здесь я сделала конус из бумаги и завернула его скотчем, то есть чтобы он был гладкий. А потом намотала нитки. Но там же бумаги нет, она прозрачная. Да, сейчас она прозрачная. Поэтому нужен скотч, чтобы легко это достать изнутри. Чтобы внутри ничего не было. Скотч по большому счету сейчас держится. Здесь сейчас нет. А нитки, нет. Наверное, еще, да, тоже? Да, фиксируют. Нитки. То есть сама бумага, вокруг скотч. И на этот скотч, то есть мы намачиваем нитки, клеем ПВА и заматываем. То есть это нужно хорошо просушить. И так как там у нас между бумагой и нитками скотч, легко достается изнутри. Сверху я еще прошлась, конечно, лаком, чтобы закрепилось. Mm-hmm. Вот. Но украшение, декор я брала то, что было дома. То есть это бусы из елки. И потрясла вот коробочку нашей бабушки. Это пуговки. Вот. А звездочка еще? Звезда. А звездочка, она, по-моему, из пенопласта, но она у нас была просто в игрушках каких-то. Mm-hmm. То есть это можно использовать. Можно, я думала, сделать вот из фетра, можно звезду делать. То есть фантазия вообще. То есть подключайте фантазию. Прекрасная. Сколько нужно елочка. Времени было потратить на изготовление такой чудо-елочки? За вечер, наверное, можно. Ну да, в принципе, вот намотать нитки где-то, ну, вечер, часа два, наверное, если не отрываюсь. Но плюс нужно это хорошо просушить.
То есть долго посушить. Я ставила возле батареи, чтобы это прям так хорошо просохло. Доченька ваша помогала вам? Ну, здесь, да. Ну, то есть она пыталась какие-то бусы прикручивать. Ну, да. Пуговички из шкатулочки доставала. Пуговички перебирала. Главное, была моральная поддержка. Да, да. То есть здесь она так... Заинтересованность. Ну, еще такой момент, самое главное, дети маленькие, они же часто там крутятся под ногами. Там многие пытаются сломать, ну, многих мам, да? Ну, то есть моя ничего не ломала, очень аккуратно. Она просто поняла, что это очень важно. Да. Кстати, не первый раз слышим, кукольница как бы к нам приходила, тоже рассказывала, что ребенок маленький, мама шьет куклы, но понимает, что нельзя трогать, нельзя играть, потому что они там для чего-то предназначены, эти куклы. Дети вот таких мастериц с пониманием относятся к труду и не мешают. То есть никакого крушения, ничего ребенок не ломал, то есть она действительно помогала вот это разукрашивать, то есть все помогало. Я тоже, кстати, сейчас я шью куклу, я пришла к тому, что у ребенка дома должны быть игрушки вот такие с душой сделанные, то есть не пластиковые из магазина, а все должно быть свое. И она ее носит, обнимает, девочка, конечно, девочка. Же мамочка сделала. И придумывает, что ей нужно еще пошить, то есть что мы ее так поэтапно делаем, так что вот. Ирина, еще раз помогают. Несколько слов о венке, да? Так, веночек. Здесь тоже все сделано своими руками. Здесь красота. У нас каркас из... Сочетание цветов прекрасно. Так, вот. Каркас из картона. То есть он, в принципе, мягкий, но если вы повесите его, то как бы это ничего страшного. И из картона я вырезала домики и замотала их нитками на клей. То есть они приклеены, здесь все вручную. Здесь у нас из фетра окошки, внутри блесточки. То есть я бы назвала этот венок это мечты по настоящей зиме. Потому что хочется снега. Очень актуально в это время года. Да, хочется снега. Такой сельский домик получился. Звездочки тоже сами все вырезали. Все здесь полностью сделано своими руками. То есть ничего готового, купленного здесь нет. Очень красиво. Вот. Ну и вот такой самый большой веночек. Здесь тоже мы максимально старались не выходить из дома и минимально затрачивать свои силы. Значит, продаются в магазинах заготовки уже готовые, круглые, но они довольно дорого стоят. Поэтому что мы сделали? Я подключила моего мужа, и он мне вырезал из пенополистирола, называется, можно из пенопласта, если дома есть. Пенополистирол, он мне вырезал этот круг, то есть мы его здесь обточили. Он у нас был где-то шириной 5 сантиметров, довольно широкий. Вот, но здесь уже, конечно, пришлось купить сизаль. Но он продается во многих магазинах флористических, цветочных. Вот. Он очень легко с ним работать, просто то есть руками катать, и получаются шарики. Вот. Шишки это мне достались летом еще. То есть, что называется... Специально уже собирали, шишки. Подручный да. материал, правда? Да, то есть получается, что мы должны готовить сани с летом. Да. Вот. Я здесь взяла еще корицу. Корица у нас... Я просто разобрала он еще старый и пахнет, подсвечник. Он еще и пахнет. То есть просто пенок. Из какого-то подсвечника он уже надоел, стоял. В общем, я все сюда использовала. Клюква, ну и также кофе. То есть получилась вот такая красота. Его можно либо вставить сюда какую-то веревочку, чтобы повесить, либо такой вариант, если железная дверь входная, то можно сюда приклеить магнит и просто его... То есть он не очень тяжелый, поэтому держаться будет. А сюда можно еще поставить свечки. Три свечи или красного цвета, или белого. В принципе, хорошо будет смотреться, правда? И поставить да, на стол это украшение. Да, в центр, да, в центр стола. Гостевого стола. Да, хорошая идея, тоже замечательная. Уважаемые гости, Ирина, Марина, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Столько полезных идей нам преподнесли, рассказали. Спасибо. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Счастья в Новом году, хорошего настроения, чтобы мечты сбывались, осуществлялись. Всего вам самого хорошего. И новых творческих успехов. Спасибо большое. До всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго. Ну а телезрителям мы напомним, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были имидж-стилист Марина Кабадарян, декоратор-оформитель Ирина Губернаторова. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, Гомель, и мы продолжаем. При новогоднем выпуске нашей программы мы никак не могли обойтись без сюрпризов. Хотелось бы, дорогие телезрители, чтобы в эти дни наша передача несла еще и практическую пользу. Какое блюдо должно обязательно присутствовать в Новый год на праздничном столе и выделяться на фоне остальных? Этот вопрос 31 декабря волнует каждую хозяйку. Именно поэтому мой соведущий Александр на время сменил свой студийный костюмчик, вооружился поваренной книгой и пригласил в гости на кухню интереснейшего человека. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Это кулинарная новогодняя рубрика программы «Добрый вечер, Гомель». И у нас в гостях радиодиджей радиостанции «Гомель-ФМ» Татьяна Ушакова. Таня, привет. Привет.
Привет! На самом деле все не совсем так, потому что не я в гостях, а сегодня у меня в гостях Александр Гамоля. И мы что тоже верно. Да, мы будем готовить сегодня новогоднее блюдо. Таня, расскажи, чем ты порадуешь телезрителей и что обязательно должно быть новогоднюю ночь на столе у людей? Ну, на самом деле много всего должно быть, потому что у нас славянские традиции таковы, что стол должен ломиться от всяких яств, чтобы было все вкусно. Но мы сегодня постараемся соблюсти определенные правила. У нас год обезьяны. Конечно, это нужно учитывать. И, значит, мы будем готовить обезьяну. Но это будет салатик у нас. Салатик, в принципе, простой, он достаточно легкий. И для тех, кто поддерживает себя в физической форме, в правильной, он тоже подойдет. Вся фишка в том, что он будет сделан в форме лица обезьяны. Слушайте, как романтично. Хотя обезьян, наверное, морда. И там будет мясо обезьяны? Нет, там будет мясо курицы. Ну, потому что мы же, понимаете, за защиту прав животных у нас все хорошо. Отлично. Давай расскажем, что мы будем для нашего салата использовать. Расскажи, что, какие ингредиенты? Ингредиенты несложные. В принципе, на Новый год примерно все эти ингредиенты во всех салатах присутствуют. У нас тертый вареный картофель, да, примерно 2-3 да. штучки. В принципе, достаточно диетический продукт. Да. Сыр. Можно взять любой жирности, в принципе, подойдет. Грамм 100, может быть 150, смотря какого размера у вас блюдо и как у вас все получится. Но мы сильно не ограничивались в граммах, потому что все примерно на глаз. Да, мы взяли побольше, на всякий случай. У нас 4 яйца, отдельно белки, отдельно желтки, мы тоже это потерли, порезали оливки. Мы сделали все это заранее, чтобы здесь уже не напрягать наших зрителей всем процессом. Есть у нас еще куриная грудка отварная. Она посолена уже, но мы еще немножечко ее приправим. Есть майонез, но майонез легкий. Но все-таки Новый год, мы решили позволить себе разные вещества. И все-таки обезьяна – это вегетарианец, поэтому мы постарались по максимуму без мяса. Есть еще у нас зелень. У нас сегодня красивенная петрушка. Кстати, она свежесорванная. Свежесорванная, между прочим, Сашиного огорода. Откроем секрет. Представляете, 28 декабря растет петрушка. Ну, это просто блеск. Таня, я предлагаю приступить к приготовлению нашего новогоднего блюда. Ну, а телезрителям пока расскажу о том, какая замечательная у нас Татьяна. Кроме того, что она радиодиджей на радиостанции «Гомель плюс», она еще и ведущая рубрики «Ничего лишнего» в программе «Зачет». Кстати, Таня недавно согласилась на суперэксперимент, который еще никто до этого не делал. Она худела на глазах у телезрителей. И, кстати, ей это удалось. Таня, расскажи, как тебе это удалось, потому что, ну, я перед тобой преклоняю голову. И вот в чем секрет твоего чудесного преображения? Ну, Саша, во-первых, ты выглядишь прекрасно и без всяких... Это потому, что у меня второй ребенок появился, и мне не нужно было худеть специально для этого. Ну, я тебе хочу сказать, что на самом деле я придумала себе эту рубрику «Ничего лишнего». Это был мой последний стимул, наверное, для похудения, потому что мне очень хотелось это сделать. Я хотела чувствовать себя легче и комфортнее. И в результате решила, что программа поможет мне исполнить свою мечту. Радио, оно расслабляет, тебя не видно, у нас же нету веб-камер каких-то там специальных. И в результате можно выглядеть как угодно на самом деле. Но потом я решила, что все, хватит. Мне хочется чувствовать себя комфортно, чувствовать себя легко, и я решила похудеть. И эта программа мне действительно очень сильно помогла. Правда, у меня был очень чудесный стимул, потому что люди следили за моими успехами в интернете, люди поддерживали меня. Это правда было очень страшно. Поддерживали все сотрудники. Сотрудники телерадиокомпании «Гомель». Кстати, многие стали питаться по моему принципу тоже. Да. Тоже сбросили уже килограммы и до сих пор питаются таким образом. И чувствуют себя комфортно, и чувствуют себя замечательно. Кроме того, моя сестра, благодаря Тане, пошла, записалась на йогу и стала участвовать в танцевальном клубе «Фламенко». Да. Что тоже показательно. Да, я занимаюсь танцами, я занимаюсь «Фламенко». И это правда подходит людям с любым весом, девчонкам. У нас девчонки ходят, как-то мальчишек мы пока не видели. Саш, мы тебя ждем. Приходи к нам. Таня, расскажи, что ты сейчас, вот что ты делаешь, поясни. Ну, я, если честно, пытаюсь, ну, надеюсь, что у меня получится сделать голову обезьянки, да. Ну, это ушки, да, это у меня голова, это у меня мордочка. Сейчас мы ее сделаем немножко подлиннее. Это картошка, потому что, ну, в основе, наверное, всех салатов таких наших традиционных на Новый год картофель, естественно. Таня, расскажи, сколько граммов потребовалось вот картошки для первого слоя? Ну, вот сейчас, так в граммах не скажу, но 3-4 картофельные, смотря какого размера, в принципе, вам подойдет. Если у вас будет блюдо больше, или вы хотите, например, сделать салат большего объема, большего размера, конечно, можно брать большее количество картофеля, но смотрите уже сами, смотря
Какая семья? Может быть, вы сделаете две обезьяны? Или обезьяны разных пород будут у вас на тарелочках? Скажи мне, как ты определилась с формой головы? Ты в интернете посмотрела вот рисунок, да, сразу? Да, я посмотрела в интернете. Вообще, на самом деле, лучше посмотреть, может быть, даже распечатать себе или так глазами запомнить, чтобы понимать. У нас эта распечатка где-то есть. Обезьян, да? Да? Сейчас я покажу телезрителям. Вот, это замечательная обезьянка, которая должна получиться в процессе, ну, знаешь, вот, на финале. Я, конечно, не такой специалист, я не художник, но в принципе... Но мы постараемся, да? Итак, я вижу, что наша голова уже начинает обретать форму. Да, конечно. Следующий потом... слой каков? Ну, во-первых, в оригинальном рецепте здесь должен быть слой майонеза. Да. Но так как я слежу за своей фигурой, угу, я не могу себе этого позволить, да мне, в принципе, и не хочется, Саша. Угу. Поэтому я всем советую вместо майонеза немножечко использовать, например, оливковое масло. Вот мы здесь размешали с лимонным соком. Это очень вкусно. И чуть-чуть мы поливаем буквально нашу голову обезьяны. Давай, моя ложечка, я тебе помогу. Маслом, я же обещался помогать тебе. Да, значит, помогаю. Хорошо. Так, и вот здесь вот еще немножко. Да. Значит, нам нужно немножко присолить, естественно, картошку. Каждый слой мы солим. Хотя, когда мы варим картошечку, мы ее, естественно, подсаливаем, но здесь уже в готовом блюде хочется немножко соли. Тем более, что я худела по той системе, в которой соль и всяческие приправы, ну, без глютамата, естественно, натрия, они не запрещены, все нормально, так что можно присаливать. Таня, расскажи, ты начала худеть, вот какие продукты тебе хотелось есть? Вот прям ты вот не могла, но хотела, да. Ты знаешь, первый месяц нам нельзя было абсолютно никакого, первые два, по-моему, даже уже не помню, сладкого, никакого совсем. И вот чего мне хотелось, это, знаешь, такой вот огромный кусок торта, шоколадного с кремом торта, чтобы вот пожирнее, и трюфельных конфет. Очень хотелось. Как ты вот себя, себе запрещала и вот не позволяла? Я, ты знаешь, во-первых, формируется привычка замещать это чем-то. То есть мы привыкли удовольствие получать от еды, тортики, конфеты и так далее. Ты замещаешь это другими вещами. Я танцевала, я слушала музыку, я смотрела интересные программы. То есть при этом ты еще фильмы и танцевала, и пела. Конечно. Вау, вау, взрыв мозга. Учишься получать удовольствие от других вещей, не от еды, не от шоколада и тортика. То есть мне теперь в стрессовых ситуациях или в каких-то проблемных моментах мне уже не нужно съесть три куска торта. Это мне мать говорила, если 21 день мыть посуду, то ты привыкаешь и начинаешь, да, это делать сразу. Все после... правильно, психологи же не зря получают деньги за свою работу, они чего-то там исследуют. Но мы пока, давайте приступим ко второму слою. Второй слой. Это... У нас второй слой – это курочка, это отварная куриная грудка. Я ее сейчас попробую сюда. Аккуратно. Давай я тебе помогу ложечкой ее притаптывать. Давай, давай. Приминать, скажем так. Вообще вот этот вот процесс, когда готовят вместе несколько людей, это очень замечательно. Это энергия инь и янь соединяется в одно единое целое, и получается что-то очень прекрасное и радостное. Замечательно. Вообще готовить вместе с мужчиной – это чудесно. И вообще всем парам семейным, ну и психологи советуют тоже заниматься совместной деятельностью. И если ваши интересы не совпадают, то, по крайней мере, готовить вместе, вместе с детьми это интересно. Мне кажется, лепить такую обезьяну вместе с детками очень здорово, потому что дети включаются в такой процесс. Мне кажется, голова немножко все-таки маленькая, да, для обезьяны получилось? Это, это у нас макака-детеныш. Ну, год только начинается, он зарождается. Поэтому обезьянка маленькая. Таня, ты стала экспертом правильного питания. Расскажи, что нужно кушать? Три основных полезных продукта и три основных негативных, вредных продукта. Ну, во-первых, прежде всего, пока вы худеете, конечно, ограничений достаточное множество, да? Но когда ты уже снижаешь вес и уже достиг определенного весового порога, уже, в принципе, можно все, просто нужно в меру, естественно, соблюдать. А в чем ключ, правильно? Это все-таки режим питания, да? Ну, и режим питания, и то, что ты ешь, естественно. Ну, допустим, я до сих пор так ем. Мне очень понравилось то, что мне предложили в центре снижения веса. Так, что же обязательно это? У тебя на тарелке, в твоем рационе должен быть углевод. Ну, это может быть и картошечка отварная, это может быть макароны, могут быть твердых сортов. Это гречка, любые крупы. Ну, кроме белого риса. Белый рис мы не ели, сейчас уже, в принципе, можно. Это обязательно белок, куриная грудка в основном, либо рыба, например. Но рыбу я не очень люблю, поэтому я как-то за куриную грудку. Я ее запекаю. Я продолжаю притаптывать, продолжаю. Очень вкусно получается. И обязательно овощи.
Любые овощи абсолютно заправлены оливковым маслом, это не запрещается. 12 граммов можно, ну это столовая ложечка. То есть ты с собой берешь на работу каждый раз сухпайки и по нескольку пайков, да, не по одному? Да, 3 контейнера. Вот интервал питания, здорового питания каков? Примерно раз в 3-4 часа я ем. Уже, в принципе, на работе все привыкли видеть меня с контейнерами, и это нормально. Все желают мне приятного аппетита. Я хочу рассказать, когда Таня стала худеть, и просто на глазах это было действительно волшебство. Ты веришь в волшебство, Таня? Ну, теперь уже, ты знаешь, да. Я уже даже начала верить в Деда Мороза, потому что, когда меняешься изнутри и снаружи, вообще все изменения, которые происходят снаружи, они влияют и на внутреннее состояние тоже, потому что ты меняешь отношение к жизни, к еде, у тебя появляются новые привычки, новые способы снимать стрессы. Ну, допустим, элементарная вещь, алкоголь был запрещен, естественно, теперь уже мне можно, но вот особого желания на самом деле уже нет, потому что сформировалась привычка, и уже как-то уже и не надо. На праздник, конечно, да, но, в принципе, по жизни очень даже хорошо. Я начала пить кофе, чай без сахара. Все это я пью с лимоном и имбирем. Мне очень нравится. Это очень вкусно, на самом деле. Имбирем? А почему с имбирем? Он помогает снижать вес? Да. Имбирь помогает... Ну, я не специалист, конечно, по имбирю, но он помогает сжигать жиры. И вообще он очень полезен. Вот такой период переходный, когда простудные заболевания. Очень мне кажется, хорошо. Обезьянка у нас немножко подросла. Голова как-то расширилась. Знаешь, хорошая обезьянка. Хорошо мне втоптали нравится. Курицу. Вообще мы сделали... У нас курицы было больше, чем 200 граммов, 300 граммов была грудка, немножко уварилась, но вот мы решили использовать всю, потому что... Самое главное – это душевность приготовления блюда, правильно? Да. Я предлагаю все-таки, знаешь, грудка – продукт суховатый, поэтому у нас есть майонез. Кто-то любит майонез, кто-то не любит майонез, но обычно в салатах его используют. Танечка, расскажи, каким должен быть Новый год, настоящий волшебный Новый год, по твоему мнению? Что это? Это вот особая атмосфера, это гости, это настроение, опять же, идущее изнутри. Да ты уже ответил на все вопросы, на самом деле. Да, должно быть, конечно, во-первых, настроение. Должна быть украшена елка с огоньками, блестящими, цветными. Любимые люди должны быть. Это родственники, друзья, компания, ну, у кого как уже получается. Если есть дети, вообще замечательно, потому что они радуются Новому году и очень давай хотят... Давай хотя бы подержу тарелочку. Очень хотят не заснуть до прихода Деда Мороза, но, как показывает практика, дети обычно, ну, засыпают, не дожидаются Деда Мороза. А вот ты, когда была ребенком, ты помнишь вот какой-нибудь, может быть, подарок, который тебе хотелось получить больше всего? И вот ты ждала и получила или не получила? Я всегда... Я любитель сладкого. Вообще удивительно, что я похудела, в принципе. Очень люблю сладкое, я всегда ждала конфет. И родители клали подарок под елку уже с утра. То есть мы просыпались, бежали под елку, брали подарки, открывали. И вот эти конфеты сладкие, это было самое, вот, самое то, что нам хотелось. Больше я так ничего не помню, я такой аскетичный ребенок, мне кажется, была. Я особо ничего не хотела. Мне вот нужно было обязательно сладкое, мандарины. Вот это было самое прекрасное, что мог принести нам Дед Мороз. Таня, расскажи, ты водитель? Да. А как, по-твоему, повлияет год обезьяны на женщин-водителей? Ты имеешь в виду обезьяну с гранатой, наверное, Саша, я так подозреваю. Вообще, те женщины-водители, которых я знаю, я сама достаточно аккуратна за рулем, всегда следят за знаками, особо никогда не нарушают, стараются все-таки соблюдать правила. Но это основная статистика вот от ГАИ, да, женщины за рулем обычно всегда культурнее, аккуратнее, осторожнее. Да, мне кажется, все-таки, ну, как-то по примеру тех девчонок, которые рядом, женщины всегда держат себя в этом смысле в руках, хотя разное я слышала тоже от женщин за рулем, но они обычно очень милосердны даже к тем, кто их подрезает на дороге. Правда. Потому что мы женщины, потому что мы не обезьяны с гранатой. Как бы ни думали о нас мужчины. Тань, давай вернемся к новогодней теме. Скажи, да, самое яркое новогоднее впечатление твое? Пожалуй, детские. Ожидание подарков, гости и красивая елка. Вот до сих пор самая красивая елка, которую я, в принципе, видела в своей жизни, наряжается моей мамой. Она делает это очень красиво. Это получается как... Знаешь, как в рекламном ролике на картинке, желтые огоньки, все очень прекрасно, и вот это меня впечатляет. Мне теперь эта обезьяна напоминает не обезьяну, а какой-то, знаешь, крыш какой-то, который... И в России не полотка. Надо облагородить, уши стали больше, причем левая больше правого.
обезьяна, она такое животное, непредсказуемое. То одно ухо может быть больше. Как и у людей, правильно? Одно может быть оттопыренным, второе прижато. Тем более, что сейчас нам предстоит достаточно сложный процесс, на самом деле. Нам нужно украсить эту обезьяну и сделать из нее реально вот... Как ты предлагаешь с этим справиться? Может быть, все-таки челюсть сделать более вот выдающейся? Гориллу ты собираешься изобразить? Я не очень уверена, я вообще в обезьянах плохо понимаю. Я знаю, что есть макаки, шимпанзе, вот гориллы, кто еще есть, не знаю, честно. И кто из них маленький, горилла точно большая. Нам нужно сделать ушки и часть мордочки желтеньким. Так. Это у нас. Это очень важный момент, уважаемые телезрители, потому что это уже финал нашего блюда. Ой, я, если честно, волнуюсь, потому что я делаю это впервые, и всяческие курсы дизайна я, конечно, не заканчиваю. Блюда все-таки из интернета. Да. Так, вот глазницы. Мы сейчас уберем все это. Вот это. Глазницы. Я тебе как повар 4-го разряда. А ты повар 4-го разряда? Плохого не посоветую. Слушай, а я здесь готовлю. Чего я вообще готовлю? Должен был быть готов. На самом деле, самый хороший повар — это всегда повар, который способен учиться. Поэтому. Ты, значит, будешь шеф-поваром. Ты же мной руководишь. Смотри, у нас шеф-повар разноухая обезьяна. Телерадиокомпании «Гомик». Я бы уже вот так оставила и все. Давай, я опять же буду придавать границы. А я попытаюсь все это налепить так, чтобы это было красивенно. Вообще... Слушайте, сердечко получилось. Мне нравится, да. Сердечко получилось. Вообще процесс, вот реально, просто с детьми очень классно будет. Знаешь, дать ребятам, каждому по тарелке, пусть каждый лепит свою обезьяну, сварить побольше картошки, взять побольше куриной грудки, все это разложить по тарелочкам, и каждый лепит, какую получится, такая получится обезьяна. Мне кажется, любая обезьяна, которая сделана своими руками, она уже сама по себе... Безумно хорошо. Она сама по себе обезьяна. Ой, слушай, класс, мне нравится. Можно немножко их пониже. Ну, нормально. Глаза. Мы не будем делать... Или сделаем... Ты знаешь, в принципе, я так понимаю, что мы границы, да, делаем? Да, границы. Вот так. Ой, слушай, я чувствую себя Сальвадором Дали, не меньше. Просто... Какая красота получается. Я, кстати, была в Испании, в музее Сальвадора Дали. Там, конечно, не было обезьян. Но у нас была недавно выставка в Гомеле Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, поэтому не обязательно... Ну, работы отличаются. То, что вот на выставке было, не было того в городе Фигерес в Испании. Ограниченная коллекция, но тем не менее, да? Тем не менее, была возможность. Атмосферу можно было прочувствовать. Но я тебе могу сказать, что я просто вот в город Фигерес я влюбилась. Я не знаю, почему. Какая-то такая атмосфера в самом городе существует, что мне хочется туда вернуться. Ничего особенного, вот чтобы там какие-то были... Что-то отличало его от других городов Испании, ну, кроме, естественно, музея Сальвадора Дали, может быть, и не было, но что-то было такое вот, такое удивительное. Покажи-ка мне еще раз рисунок, чтобы самое я так главное, понимала. Я так понял, сделать улыбку. Улыбка должна быть у нас большая. Подожди, сначала должна быть морда. Хорошо. И улыбка будет. И давай еще брови сделаем здесь. Тын-тын. Мишка вообще... Не, брови, думаю, лишние. Бровки, наверное, лишние, да. Они... А что, может быть, вот так вот еще сделаем? Ну что, вот такая красивая обезьяна получилась сегодня в совместном творчестве Александра и Татьяны. Да, мне кажется, похоже на обезьяну. Похоже, да? Даже если не похоже, можно здесь, знаете, сделать табличку такую. Написать. Обезьяна. Обезьяна. 2016. А здесь чи-чи-чи. Ты знаешь, очень универсальный рецепт, потому что из этого может получиться мышка, кошка, мишка, и вообще это... любое животное. Да, а если начать с сушек, то, в принципе, может получиться и собачка. Может, поэтому следующие года можно и змейку вылепить, на самом деле, точно так же. Идея хороша, я надеюсь, что все это вкусно, да я уверена, что все это вкусно. Ну, это будем пробовать, естественно, мы с Александром, уже за кадром. Таня, я хочу тебя поздравить с Новым годом, пожелать тебе здоровья, сил, энергии, бодрости духа, и пусть хватает твоего энтузиазма всегда, всегда, всегда. И любви. Любви. Спасибо большое. С праздником вас, с наступающим Новым годом. Пусть все желания обязательно сбываются. Пусть веселая обезьяна сделает все как можно лучше. По обезьяне. Наступающий 2016 год будет называться в Китае Бин Шэнь, годом красной обезьяны, карабкающейся на гору. В этом году всем понадобится умение правильно оценивать обстановку и производить целостную картину событий по самым незначительным фрагментам. Двигаться вперед вам в этом году помогут только умение ориентироваться в ситуациях и трудолюбие. Помните, что обезьяна любит дразнить и манить, но поймать ее очень трудно.
Вот так будет себя вести в этом году и госпожа удача. Поманив, она может бросить на полпути, и вам придется самостоятельно выпутываться из ситуации. Победить неприятности помогут находчивость, смекалка и даже хитрость. Грядущий год огненной обезьяны может преподнести и неприятный сюрприз. Касается людей, привыкших долго копошиться в мелочах или засиживаться на месте. А может превратиться в сплошное торжество удачи для людей активных и творческих. Обезьяна не из тех, кого можно заставить сидеть спокойно. Это активная, ищущая натура, которая обязательно что-то находит. Либо приключение, либо решение, приводящее к успеху. 2016-й – самый благоприятный год для грандиозных перемен в жизни. Если собирались, да все не решались сменить работу, место жительства, семейное положение – решитесь в год обезьяны. Каждый проект, касается он карьеры или личной жизни, в наступающем году должен быть удачным. Вот для следующей нашей гости – удачным был еще и год уходящий. Евгения Судакова, преуспевающий программист из Гомеля, на недавнем профильном конкурсе красоты и интеллекта, который проходил в Минске, завоевала титул «Мисс IT-2015». И сегодня Евгения у нас в гостях. Евгения, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгения, расскажите, как вы стали участником этого конкурса? Вот вы вроде бы человек такого прагматического мышления, вот, и тем не менее... Какие-то жилы творчества у вас присутствуют. Дело в том, что я про этот конкурс уже до этого знала около 2 лет. И так как я творческий человек, мне очень было интересно поучаствовать именно в таком конкурсе, прям специализированном по моей специальности. Поэтому в прошлом году я не успела подать заявку вовремя, не хватило решительности это сделать. А в этом году я уже заранее мониторила, когда вывесят объявление по набору на этот конкурс. И не прогадали, да? И не прогадали. Евгения, в названии конкурса фигурирует слово «интеллект». Этот конкурс действительно отличается чем-то от подобных конкурсов красоты? Дело в том, что участницы – это девушки из IT-сферы. Это уже подразумевает то, что девушки приходят с интеллектом, с каким-то техническим образованием. И один из конкурсов был конкурс интеллектуальный, в котором были вопросы на эрудицию. Какого характера? Вот, и как он проходил, этот конкурс? Этот конкурс был в виде викторины. Нам давалось время и 10 вопросов на сообразительность. То есть не из IT-сферы? Да, к сожалению, не из IT. Вот так, конкурс IT, но вопросы не из этой области. А какие творческие были конкурсы? Визитная карточка наверняка, что подготовили вы? Лично я подготовила танец в латинском стиле, сольный, женский. И приветствие в виде видеокусочка, где я демонстрирую все свои таланты, всю свою творческую деятельность. Я катаюсь на мотоцикле, занимаюсь йогой, спортом, танцами. И все, что я могла, я продемонстрировала там и добавила своим взрывным, зажигательным танцем. А танцами вообще занимаетесь по жизни или именно готовили танец к этому конкурсу? Ну, с детства я мечтала стать танцовщицей, и когда поступила в университет, моя танцевальная деятельность началась именно сначала с народных танцев, потом современные, с бальными элементами и различные современного жанра, и вот, наконец-то, доросла до латинских танцев. Евгения, мы знаем, что вы закончили с красным дипломом факультет физики, это так? Да. Я закончила с красным дипломом кафедру ОСОИ на физическом факультете. Это больше уклон идет на программирование в сфере физики, работа с железом, но, тем не менее, я стала конкретно инженер-программистом. Когда вот вас видят люди, не удивляются, что вы вот человек таких углубленных знаний? Да, обычно я произвожу впечатление красивой девушки и, возможно, ни разу не такой сверхспособной. Ветреной, легкой, незадумчивой. Да, такой простой. И когда слышат, что ты программист, ты катаешься на мотоцикле, у всех такой небольшой шок, и некоторые говорят: о, ты меня просто ввела в заблуждение, потому что не всегда внешний вид и внутренняя гармония соответствуют друг другу. Внутренний мир. Слушайте, ваша натура, просто трудно представить, как такая девушка милая, хрупкая, и мотоцикл, железный конь, как это увлечение? Причем откуда, первое из каких впечатление пор? Очень обманчиво. На самом деле, я люблю
все, я люблю много, я люблю познавать этот мир, много различных у меня увлечений, и один, ну, это было не удивление для моих родных, что однажды я сяду на мотоцикл и буду на нем кататься. Как это произошло? Вас кто-то, отец, вот, научил с техникой совладать? Либо... Ну, однажды в классе 10 мне просто захотелось попробовать сесть на мотоцикл и освоить механизм работы. И принцип работы двигателя мотоцикла. У меня дедушка профессиональный шофер. Это, наверное, тоже сказалось на моей любви к технике. И мой дядя, у него есть старый мотоцикл. И вот с него все и началось. Я попробовала, мне понравилось и понеслось. И уже когда я пошла на категорию Б сдавать, сразу же я пошла на категорию А и получила... То есть сразу же вы буквально получили категорию Б, да, права, а потом прошло какое-то время и... Совсем немножко. Совсем немножко. С первого раза сдали экзамен? Да, с первого раза. Я даже шла на категорию Б для того, чтобы выучить правила дорожного движения и потом уже сесть на мотоцикл. Как это вообще совмещается, вот такая грациозность и езда на мотоцикле, где кругом опасности, нужно быть предельно внимательным? Ну, внимательность везде в жизни не помешает, и осторожность. Но, тем не менее, поездки на мотоцикле, они дают порой больше жизни, чем для некоторых людей вся их жизнь. То есть вы чувствуете вот эту грань жизни? Да, я чувствую грань, адреналин, но, тем не менее, мотоцикл у меня ассоциируется с полетом. Вот, это тот транспорт, на котором ты себя ощущаешь чем-то больше, чем человек. Максимальная скорость, которую вы развивали на мотоцикле? Ну... Простят вас инспекторы ГАИ. Ну, это... Этот секрет очень сложно сказать. Но раз секрет, значит, и не говорите. Гонять, наверное, никак где-то за пределами города. Да, очень осторожно по городу езжу, и если есть возможность прокатиться с ветерком, то, естественно, я ее использую. Евгения, что на конкурсе, помимо короны, наверное, была, как обычно в конкурсах красоты, да? И ленточками сойти, ну, и, естественно, много подарков от спонсоров, так как на этот спонсор, как оказалось, очень большой спрос со стороны различных фирм и предприятий. А для меня самым важным и самым интересным, наверное, был подарком – это билет на полет на вертолете над Минском. Замечательный подарок. Да. И тем более для такого экстремального человека, как Евгения. Да. Прыжок с парашюта на мотоцикле. В скором будущем. Такое делали когда-то. Обязательно. Во время конкурса с девушками познакомились, может быть, с кем-то поддержите связь, подружились? Да, подружилась. Минчанки оказались очень гостеприимными. В первой же встрече начали надо мной подшучивать, как так за 5 минут доехала Они до Минска. Они просто почувствовали жесткую конкуренцию с вашей стороны, поэтому стали вот так себя проявлять. Да, даже виделось у некоторых из них восхищение, как так можно приехать в чужой город на неопределенный срок, на такие подготовки, усердные репетиции в связи с тем, что еще с работы приходилось отпрашиваться постоянно. И тем не менее, очень приятные девушки и красивые работают в сфере IT. Как вы оценивали свои шансы на победу? Ну, честно говоря, очень-очень хотелось победить, но тем не менее, я пришла в первую очередь оторваться на конкурс, показать себя. Я очень люблю сцену, поэтому для меня это был лакомый кусочек. Маленькая возможность показать себя. Такой звездный час. Были конкурентки достаточно серьезные. У каждого была своя фишка, у каждого были свои какие-то достатки и недостатки, поэтому сложно было сразу оценить и прогнозировать, кто победит на самом деле. Вы хотели просто поучаствовать для начала, а уже победить, конечно, хочет каждый, на кто участвует в таких конкурсах. Конечно, любая девочка хочет поучаствовать в каком-нибудь мисс в своей жизни, но большинство стесняется, не хватает вот этого запала и решительности, чтобы попробовать, не бояться проиграть, не бояться победить. Самое главное – участие. Да. Какие вот вас эмоции захватывали, когда вы завоевали
главный титул, на вас надели корону. Ну, сначала я даже не поняла, что корона досталась мне, потому что до этого объявляли много-много номинаций, и я каждый раз думала, о, это мне, о, вот это точно будет мне. И в конце концов, когда объявили Судакова Евгением «Мисс IT 2015», первое, что, о, серьезно, ребята? И потом нахлынули эмоции, типа, вау, ты надо, все-таки я достойная. И был очень приятный отзыв от жюри. Все единогласно проголосовали именно за меня, за мой артистизм, за мою личность. И это было очень-очень приятно. Кто вас поддерживал на конкурсе, во время конкурса? В основном мои друзья, также пришли минские коллеги меня поддержать. И так как все-таки далеко сам конкурс проходил, несколько друзей из Гомеля тоже приехали меня поддержать, что было очень-очень приятно. Как вы считаете, каковы главные цели и миссия этого конкурса? Я считаю, миссией данного конкурса показать, что девушки в IT не только умные, но и красивые на самом деле. Талантливые, правда? Да, и очень талантливые. А как на предприятии, на работе восприняли вашу победу? В первый же день, когда я пришла, я надела корону, свою ленточку, и пришла на предприятие. Меня встретили бурными овациями, поздравлениями. Еще пару недель мне сыпались поздравления от всех своих коллег. И, в частности, от начальника отдела. Он меня позвал к себе в кабинет, расспросил, что да как, и пожал руку, и чтобы очень-очень приятно. И самой было приятно. И гордость за свое предприятие, что показало, что у нас здесь тоже не выковшито, как говорится. Евгения, кроме всего того, что вы делаете, мы знаем, что вы еще работаете со студентами, это так? Да, я периодически прихожу с семинарами для студентов, для того, чтобы навести на путь истины, показать, что есть сейчас в мире, в сфере IT, куда можно податься, какие перспективные технологии, менее перспективные, более подходящие для человека. И также на самом предприятии я даю обучение для новопоступивших практикантов, даю свой самый, что ни на есть, живой и настоящий опыт, делюсь с ними различными советами, не только о технологии, с которой занимаюсь, но и по жизни, в профессиональной сфере, как себя вести и на что ориентироваться. А сколько лет вы уже работаете? Мне кажется, такая юная, такая совсем-совсем, вот только-только. Всего 3 года студентка. Работаю. 3? Да. Mm-hmm. Ну, не сижу сложа руки. Уже. Я постоянно, ко мне в голову приходят новые идеи по поводу того, что можно реализовать. Я подхожу с предложениями к своему начальству, что мы можем улучшить, потому что мне это очень интересно. Какой ценный кадр, инициативный, молодой, энергичный, то, что надо. Каждый из нас, чтобы добиться какого-либо успеха, делает себе установки. Но иногда что-то происходит не так. Программа ломается и ничего не складывается. В такой ситуации что делаете вы? Ну, мы обычно программисты фиксим баги, работаем над ошибками. Ну, никогда не сдаюсь. Не получилось с первого раза, со второго раза или с третьего обязательно получится. Главное – это следовать своей цели. Да, обязательно. Если есть какие-то мечты, никогда их не забрасывать. Даже если есть с маленького возраста совсем, когда ты был ребеночком и у тебя есть мечта, лучше ее не оставлять на потом. Не предавать ее. Да. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Мы еще раз вас поздравляем с победой в этом конкурсе. И еще поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо большое. И вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну а телезрителям мы напомним, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» была обладательница титула «Мисс IT-2015» Евгения Судакова. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал «Беларусь-4». В гостях наши уважаемые библиотекари Гомельской областной библиотеки Николай Скинтиян и Ирина Студнева. Ирина, Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы знаем, что сегодня вы подготовили новогодние презентации. О чем будете рассказывать? Во-первых, хотим поздравить вас и наших уважаемых телезрителей с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо, Николай. Взаимно. Как вы уже сказали, мы подготовили особую подборку новинок. Впереди много праздничных дней, и Новый год, и Рождество, и Старый Новый год. Поэтому, думаю, наши издания помогут, заинтересуют телезрителей, помогут как-то разнообразить праздники. Вечера, правда, да. Праздничные? Сделать их ярче. Ну-ка, уже заинтересовали, давайте рассказывайте. Если кто-то еще не украсил свой дом
праздником. Если кто-то пребывает в раздумьях или хочет что-то оригинальнее сделать, чем просто поставить елку в углу, то рекомендуем к прочтению последний выпуск журнала «Мажордом». Это, пожалуй, одно из самых ценных, авторитетных изданий по дизайну интерьера в Беларуси. Здесь читатель узнает о самых оригинальных, самых современных новогодних подарках, декорациях, игрушках, и где это можно приобрести, узнает. Если кто-то хочет начать 2016 год с радикально нового листа, хочет там поменять интерьер, то тут можно выбрать стильную, хорошую мебель. Ну, в конце концов, любой читатель может здесь, так сказать, подсмотреть какие-то интересные идеи для украшения декора, взять хотя бы обложку журнала. Тут же, мне кажется, замечательно. Замечательно, да. Вот, можно что-то такое придумать, сделать, почему бы и нет. Поэтому рекомендуем. Спасибо. Хорошо, спасибо. Что еще? Я продолжаю тему Николая. Так. Мой журнал называется «Лена Рукоделие». Это новогодний выпуск, предназначенный тоже для тех, кто хочет оригинально украсить свой дом или хочет оригинальную елочку дома поставить или красиво праздничный стол накрыть. Здесь мастер-классы, своеобразные схемы по изготовлению игрушек новогодних, оберегов домой. Также хорошие варианты для подарков девушке, например, кулоны и серьги, которые можно сделать тоже своими руками, праздничные подставки под чашечки. В общем, журнал предназначен для того, чтобы праздничный вечер, новогодний вечер прошел ярко и запомнился не только нам, вам, но и нашим, конечно же, гостям. Да, и подарки своими руками, возможность, правда? Конечно, сделать? Да. Спасибо, Ирина. Далее, ну, какое торжество без праздничного стола, поэтому рекомендуем ознакомиться с книгой, которая так и называется «Украшение праздничного стола». Ее автор Денис Вивальда, это известный ресторатор. Она организовала за всю свою жизнь больше 10 тысяч вечеринок. Поэтому, я думаю, этот человек знает толк. Можно прислушаться к ее советам, да? Я думаю, следует прислушаться к ее советам. И здесь множество пошаговых инструкций о том, как можно сервировать стол. 25 тематических оформлений, вот, начиная от детских праздников, заканчивая совсем не детскими вечеринками, вот, если так можно выразиться. Включая Новый год. Да. Гостевой этикет. Ну, здесь можно найти все, что связано с организацией праздников, вечеринок. Это поможет сделать любой праздник ярче, абсолютно любой. К тому же книга сама по себе красочная. Там еще все проиллюстрировано. Да. Книга богато иллюстрирована, здесь все пошагово. Пошаговые инструкции, да. Как складывать салфетки, вот я вижу, да? Да. Замечательно. Я думаю, что многим домохозяйкам это будет полезно, интересно и своевременно. Не только домохозяйкам, извините. В эти последние часы, дни очень нужна помощь. Я думаю, что эту книгу нужно читать не вот в последние часы и дни, а как раз-таки вот заблаговременно, чтобы впитать. Саша, ну я хочу сказать, что даже сейчас еще не поздно сбегать в библиотеку, взять книгу. Как я уже говорил, впереди еще много праздничных дней. Еще Рождество, еще Старый Новый год, думаю. Ну, в любом случае, какой бы ни был праздник, все равно эта книга будет полезна. Да, отлично, отлично. Замечательная однозначно книга. Однозначно полезна. Да. Да. Чтобы все обзавидовались. Какой у вас красивый стол. И самим, чтобы было приятно. Ну и позвольте уже мне тоже рассказать. У меня тоже интересная книга. «Самые вкусные подарки своими руками». Девиз этой книги «Приготовь, упакуй и подари». В наше время, когда мы все очень торопимся, мы все очень спешим, я думаю, что нашим родным, близким, любимым, ну, будет просто очень приятно получить подарок, который мы с любовью упакуем и сделаем своими руками. Ну, в моем случае, приготовим своими руками. Здесь 100 вкуснейших оригинальных рецептов. Есть здесь и классика, это там домашняя выпечка, печенюшки, варенье всеобразное, желе. Ну и для гурманов здесь очень много, соусы, маслины с лимоном. Самое главное, что все это можно приготовить. Продукты найдутся на прилавках наших магазинов. Что самое интересное, уже начинаешь готовить, рассматривать картинки, и уже всего сразу хочется. Но несмотря на это, здесь для каждого блюда подготовлено своя упаковка. Здесь все
в отдельной главе написано, как же это все правильно преподнести, упаковать по характеру человека, которому вы собираетесь все это дарить. Экстравагантная упаковка, очень деловая или веселая. И что самое главное, такого подарка не будет больше ни у кого, потому что все это очень оригинально. Вот. Это очень важно, потому что такие вот подарки, они придают атмосферу празднику, атмосферу вот настроения имениннику или еще кому-нибудь. Если вы подарите какой-то малиновый соус для салата, которого нет ни у кого, я думаю... Настолько оригинальная, бесподобная идея. Покажи картинки, Коля мне показывает. Конечно, просто Коля смотрел картинки и уже показывал мне, что я ему должна подарить на Новый год. Малиновый соус. Так, чтобы вам такое поярче. Ну, красивые баночки. Это торт, оказывается. Вот это здесь торт. Это торт. Это торт. Крошка. В банке. Оригинально. А ямайская вода, например. Знали ли вы о таком? Но мы не будем говорить, что это напоминает. Вот, поэтому только придете на кухню, хочется это быстрее все-все-все приготовить, а потом быстрее это бежать дарить для того, кому вы готовили. Спасибо. Вот такая вот книга. Замечательно. Я очень хочу, да, тоже. Ну и, наверное, и это еще не все, правда? Да, вот у меня в руках есть еще одна книжка. Ну, такой небольшой сюрприз. Я про нее вообще совершенно ничего не буду рассказывать, как обычно, потому что сегодня она у меня с другой целью. Она сама сегодня пришла сюда к вам в гости, чтобы кое-что рассказать. Волшебница Ирина, у нее же книги сами к нам добираются. Да, сами разговаривают. Все мы знаем, что в новогодние, рождественские вечера собираются много девушек, а сейчас я знаю, втайне и парни, хотя они в этом не признаются, и хотят узнать свою судьбу, погадать. А одно из самых известных гаданий, я очень надеюсь, что оно известно не только среди сотрудников библиотеки, это гадание по книге. Вот сейчас в моих руках книга, которая называется «Кусочек праздника в кармане». Это книга рассказов рождественских и новогодних рассказов. Вот. В чем же суть гадания? Я очень хочу сегодня в студии погадать нашим дорогим телезрителям, ну и, конечно же, вам, Светлана Александровна. Ну и тебе, конечно же, Николай. Спасибо. А потом Николай погадает и мне. Тот, кто не знает об этом гадании, я объясню простые правила. Сейчас каждый где-то там, у каждого в глубине души есть мучающие вас вопросы или желания. Я сейчас попрошу дорогих телезрителей загадать мысленно этот вопрос, который вас волнует больше всего. Может быть, на предстоящий 2016 год. Ну и вас, дорогие ведущие. Я уже подумала. Готова. Все готовы, да? Николай? Как вы? Все. Так, ну и я, подождите. Так, и я. Готова. Светлана, вы номер страницы загадываете, называете, точнее, а вы номер строки. Да. Хорошо. Пятая страница. Десятая строка. Так. Это будет ответ сейчас для нас, для всех? Для всех. Для всех, для всех. Угу. Все, готово. Свет рождественской звезды осветит твой путь. Ну, замечательно. Я думаю, что... Я надеюсь, что... Какой бы ни был вопрос, всем будет хорошо. Мне подходит. Главное... Я надеюсь, что мне тоже подойдет. Сердцем, и тогда это действительно сбудется. Поэтому мы вам желаем, дорогим телезрителям, и вам, ведущая, чтобы в новом году все обязательно у вас сбывалось. И мы вам того же желаем, наши дорогие Ирина и Николай. С наступающим вас Новым годом. Счастливого Нового года. Пусть все получится и сбудутся самые сокровенные мечты. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Дорогие телезрители, наша программа близится к завершению. Пусть в следующем году у вас будет столько же энергии, сколько и у гостей нашей сегодняшней программы. Пусть символ 2016 года, эксцентричная обезьяна, никоим образом не помешает вам строить планы, не нарушит ваш привычный образ жизни, а наоборот, принесет в нее новые краски и положительные эмоции. Мы же с вами прощаемся, но только для того, чтобы через несколько дней снова в этой студии пожелать вам приятного, доброго вечера. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. До свидания.